Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми застали первые удары Хамас по Израилю. После недавних гастролей, артисты находились вместе и проводили радостные дни. Максим Галкин публично поддержал израильскую сторону, публикуя фотографии своих двойняшек, которые улыбались и веселились в бомбоубежище. Затем семья покинула страну и уехала на Кипр. Новость о начале боевых действий на Ближнем Востоке тяжело пережила подруга семейства, Лайма Вайкуля. Во время обстрела страны, она собиралась посетить Израиль и провести время с Пугачевой и Галкиным. Узнав о происходящем, Вайкуля немедленно позвонила артистке. Она сильно беспокоилась за своих близких. Однако Алла Борисовна сохраняла положительный настрой и успокоила подругу, сказав, что все в порядке и не стоит волноваться. Первое, что спросила, как дела? А ответ, все в порядке. Все хорошо, не волнуйся. Вот так. Они были спокойнее, чем я. Потому что вдалеке ты больше себя нагоняешь, внутри люди как-то, наверное, собираются и иначе к этому относятся. Но я вообще паникерша, как правило, меня успокаивают, говорила она. Лайма Вайкуле также высказалась о роке, который преследует Аллу Пугачеву. Звезда старалась уехать из России, чтобы избежать конфликта, но несмотря на это, проблемы настигли ее и в Израиле. По словам Вайкуля, причина в том, что зло продолжает распространяться по миру, а не в тяжелой судьбе Примадонны. Она также упомянула возможное место, куда Пугачева может уехать после пребывания на Кипре. В Австралию надо улетать. Дальняя точка. И то неизвестно, насколько это безопасное место, подытожила она.